Так символично, с театральным размахом. Пассажиры из прошлого времен первой железной дороги передают привет в будущее. На 9-м пути под номером 8 двигатель прогресса. Двухэтажный поезд Москва-Санкт-Петербург. За 20 минут до отправления на перроне уже неподдельное волнение. Это очень удобно на таком красивом поезде. Ночь вот и едешь, и утром уже в Санкт-Петербурге. В фирменном поезде только спальные места. Комнаты больше похожи на номера в отелях. С кондиционером, рестораном, музыкой и Wi-Fi. Галина порадовалась больше даже не услугам, а цене этого комфорта. Билеты в купе по стоимости плацкартного места от 999 рублей. Очень рада, что попала первый раз вот на этот поезд. Вот вообще очень супер, все круто. Принципиально брали на втором этаже? Да, принципиально, да, попробовать. Никогда не ездила на втором этаже, поэтому решила попробовать. 11 вагонов, 64 спальных места в каждом. Двухуровневые поезда могут перевозить почти в два раза больше пассажиров, чем обычные составы. В честь первого рейса в ресторане праздничный стол и необычное меню. Здесь предложены горячие закуски, рыбные, мясные и овощные. Коронное блюдо у нас еще не подано, как бы, будет немного позже. Это горячее. Это овощи-гриль в тарталетках. Двухэтажные составы сейчас курсируют по 5 маршрутам – в Адлер, Казань, Самару, Воронеж и Санкт-Петербург. В северную столицу первый фирменный поезд отправили 1 февраля прошлого года. Вот они, два брата-близнеца. Только один чуть современнее другого. В этом поезде применены последние технологии, значит, которые позволили улучшить качество обслуживания пассажиров. Мы посмотрели, на этом составе есть некоторые особенности, которые были учтены уже дизайнерами и технологами. Сделано немножко больше пространства на втором этаже. Так? Изменен дизайн самого поезда. Из Москвы фирменные поезда отправляются ежедневно в 21:50, а прибывают в город на Неве в 6 утра 6 минут. Такое же расписание и обратно. В ближайшее время запустят двухэтажный поезд из Санкт-Петербурга в Адлер. Елена Сельцова, Елена Ширяева, Артем Павлов. Новости 360.